Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Документ начинает действовать со дня его первого официального опубликования. Напомню, в среду на совместном заседании палат парламента новый глава государства предложил назвать столицу Казахстана в честь первого президента страны Нур-Султана Назарбаева. Парламент республики принял законодательные поправки в Конституцию относительно переименования Астаны. 20 марта на внеочередной сессии депутаты поддержали инициативу.